Привет зрителям моего канала. Осенняя погода в Ахалкалаке. Панорама горы Абул. Сейчас направляемся в Чекнавар. Это святое место в Ахалкалаке, где часто люди ходят туда, делают пожертвования. Очень прекрасное место на берегу реки Параваны или Паравана, кто как называет, как называется. Это конец улицы Чаренца. Спускаемся. Заодно снимем детский сад. Детский сад, где посещают наши маленькие. Наши маленькие дети, наше поколение. Так, мы потихоньку из города спускаемся в Чекнавар. Чекнавар — это интересное, легендарное место. Дороги в Чекнавар. Фруктовые деревья. Яблоня. Осенний период. Эти вид с края улицы Чаренца, наша река. Видео снимаю без каких монтажей, естественно, природно. Вот этой дорогой ведет пешком к Чекнавару. Сейчас мы посмотрим, как можно спуститься через скалу. Вот такое преодоление участка. Здесь даже сделали ограду для того, чтобы скоты не съели, не повредили ветки деревьев фруктовых, которые находятся еще в частном владении. Сейчас мы пройдемся по такому участку. Вот такой вид. Я иду к скале, где не советую смотреть тем, кто не может преодолевать такие участки, которые немножко пугают людей. Но это легко. Должны быть внимательны, когда опускаются через скалу. Вот. И сейчас будем спускаться. Вот эту дорогу проложил я первые ступеньки сделал я. И сейчас мы спустимся по этой тропиночке, очень склонная, где-то 45 градусов. Не добрались до края скалы, где находится Чекнавар. Сейчас я вам покажу обратную сторону, откуда я спускался. Это склон где-то 45-50 градусов. Может, 35, я даже не мерил. Если надо, будет померим. И вот здесь находится святыня Чекнавар.
которая успокаивает души и терпение населения, которое посещают очень часто. Это авлавская вода, которая течет с горы Авлар. Этой водой снабжается город Ахалкалаки. Сейчас будем спускаться. Экстрим, как говорится. Но не пугайтесь. Расслабляйтесь, так что вот высота такая. Да, скалы. Это моя ежедневная дорога. Почти ежедневная. 2-3 раза в неделю я спускаюсь по этой дороге. На всякий случай взял удочку, чтобы посмотреть, ловится рыба там или не ловится. Поймаем, не поймаем, но на удачу остается только свежий воздух, поход. Ну, здесь даже сделаны провода безопасности, где мы можем придерживать руками. Я сейчас вам покажу. Вот, я рукой придерживаю, опускаюсь. Приходите. Просто надо тропинку сделать и дорогу в эту местность, чтобы люди посещали и проходили рядом с гидроэлектростанцией. Мини-ГЭС тут есть. Опа! Вот так. Вот преодолели вот такую скалу. Сейчас опускаемся вниз. Сейчас уже отсюда будет панорама Чакнавар. Чакнавар, Чакнавар, как называют, я не знаю. Точно. Вот. Охранники ГЭСа лают. Мы опять спускаемся. Еще метров 30 остается спускаться вниз. Падать не надо. Надо наступать на хорошие места, сухие места, чтобы не осталось чуть-чуть. Тут скользко, очень неприятно спускаться. Надо с осторожностью. Вот наш Чакнавар. Чакнавар. И с этой стороны есть святыня, и с обратной стороны горы. Но там остается немножко от внимания подальше, потому что более развит вот этот комплекс маленький. Я сейчас продолжу спускаться и вам покажу, как надо спускаться, чтобы наступали на камни, а не на сырую землю или сухую, чтобы не скользили. Вот таким образом надо спускаться на то место, которое святое для нас. Здесь проложили даже маленький мост. Мостик, чтобы люди переходили. Раньше, в 70-х годах, я проложил проволоку, где мы здесь купались, вот в этом месте. И через этот провод электрический, провод, не провод, а катанку доходили на святое место, где это разукрашивает наши достопримечательности, наш город, наш район, наш регион, все человечество, которое верит в это, что где-то здесь когда-то заходили, по крайней мере, благотворительные моменты. Вот наш Чакнавар. Здесь это сделало государство, вот это место, чтобы люди приходили здесь хлеба с солью, с хлебом и солью отмечали свои даты. Вот наш Чакнавар. Очень прекрасное место. А мы спустились вот с той горы, вон где вышка. И вот вся панорама с
спасибо за просмотр. Поделитесь с друзьями, поставьте лайки, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться. Пока-пока, наш Чекнавор. Это наше богатство и духовное, и реальное. И для того, чтобы приносило все благополучие всему. Шум реки снимет ваш стресс.